Всем привет! Можно я начну влог, пока еще не накрашены? Я сегодня ночью с большим трудом засыпала, когда просыпалась к ребенку, потому что мне так уже хотелось, чтобы настал новый день, потому что мне столько всего хочется сделать сегодня, реально, я полночи. Че, 4 утра? Блин! 6 утра? Да когда уже? 7:30? Да елки-палки, потому что, ну, спать хочется и надо ложиться спать, но я уже ждала, когда будет 9, чтобы я выспалась, чтобы я встала и начала заниматься делами. Пока я еще ничего особо не успела, хотя я тут залезла на Ламоду, там скидки, я все смотрю себе обувь, но пока ничего не нахожу. Ну вот зимние ботинки хочу купить, потому что все то, что мне нравится внешне, оно либо очень дорогое, дороже, чем я могу себе позволить, либо не слишком теплое. А покупать какие-нибудь валенки или уги я не хочу, или дутики там, вот, поэтому я пока ничего не нашла. Сейчас я еще Лешару посмотрю, нет ли там кроссовок этих... каких-нибудь найковских, потому что он любит хорошие кроссовки, но большая проблема найти его размер, потому что у Алишера где-то 39-40, небольшая нога. Вот, еще сейчас залезла на сайт Детского мира, посмотрела, сколько стоит памперс, и потому что у нас закончилась эта огромная коробка, которую покупал Алишер, двойка. Мы тут все мучились, тройку брать ему или еще двойку, я сегодня... не помню, кто-то из вас присылал памперсы третьего размера, и я надела на ребенка, как раз уже ему стало. Ой, Алишер звонит. Поэтому мы решили, что мы сейчас двойку допользуем, то, что у нас тут осталось на пару дней, и перейдем уже на тройку, а то двойка потом жать ему будет, он вес набирает. Это Алишер опять мне звонил, узнавал на этом. Короче, он карточку забыл Детского мира. Сейчас в Детском мире идет акция на эти подгузники, поэтому мы там стали покупать. И я очень надеюсь, что на этой неделе мы, кстати, наконец-то поедем в МФЦ, чтобы подать все документы на пособие. Вы заметили, наверное, что это дело затормозилось. Это произошло из-за того, что Алишер надо на работе справки переделать, а там, короче... нету человека, который проставит печать и подпишет там в отъезде. Вот, поэтому мы все ждем, но вот я надеюсь, на этой неделе все получится. Вот, так что сейчас я буду все-таки краситься и заниматься кучей всяких интересных дел, потом буду постепенно вам рассказывать. Ребятки, для всех переживающих, финский витамин D по инструкции дается в количестве, прошу прощения за мой маникюр, который сейчас буду снимать, 5 капель. Поэтому 7 капель это не как много, это нормально. Вот. Если одну каплю такого давать, это слишком мало будет. 5 капелек норма.
убрала почти всю квартиру, за исключением кухни. Это у меня еще осталось. Уложила ребенка спать на один из дневных снов. Так что у меня есть еще где-то 20 свободных минут, и я их трачу на то, чтобы пообедать и посмотреть Маринины влоги. Занимаюсь тут тем, что разгребаю полку с шапками, чтобы определить, что убрать в то, что мы не носим, но выкидывать жалко, что убрать в то, что мы носим, и что выкинуть, потому что вообще не носим. Я нашла перчатки, которые дарили Алишеру, а может, он сам купил, не знаю, ценник есть. Короче, они для того, чтобы пользоваться смартфоном. Видите, реагирует на мои... Давай. Во, реагирует на прикосновение. Алишер-то и не знает, надо ему их отдать. Сейчас как раз удобно пользоваться, а то он вечно там, ну это, да, точно, это он сам покупал. Блин, круто, 200 рублей, мне такие нужны, потому что я всегда мучаюсь, на улице иду, все время снимаю варежки, у меня потом руки обветриваются. Знаете, что такое быть мамой? Это когда кто-то срыгнул, а переодеваетесь вы оба, да? Ты переодеваться любишь? Кстати, мой ребенок наконец-то стал настолько толстым, что теперь я могу надевать штаны поверх бодиков, и они с него не сползают. Ю-ху! Так, ребенок переоделся. Сейчас я пойду переодеваться. Будь здоров. Медсестра только что пришла, а уже 16:00. Я думала выйти... Мне в Сбербанк надо снять деньги со счета. Нельзя это никак онлайн сделать, надо туда идти. Короче, я думаю, пока я соберусь, пока я ребенка одену, пока я схожу, пока я вернусь, уже Алишер с работы приедет. И снова надо будет выходить из дома, потому что у меня вечером ученик. Поэтому я ему позвонила, говорю, давай вместе сходим. Тем более с ребенком, ну, проще не будет, если они меня в машине подождут. А я там, надеюсь, быстренько справлюсь с этим. Алишер сказал, окей. Так что я осталась дома, сейчас выпью чай, потому что я уже проголодалась. Хотя я уже пела, но я снова проголодалась. О, осталось книжки со стола убрать. Розы выкинула сегодня. Вчера половину букета, сегодня вторую половину. Все завяли, к сожалению. Ну, неделю почти простояли, да. Хорошие были. Вот, что я еще сделала. Я никак не могу победить свою ванную. Я тут ленилась и неделю ее не мыла моющими средствами жесткими, потому что ребенок в ванночке купается у нас сейчас. В итоге она у меня отмокала 40 минут, и все равно остались... Ну, грязные пятна. Сейчас я ее по второму разу залила. Верх уже отмылся, а низ еще нет. И у меня такие интересные дела сегодня. Я вас так заинтриговала сначала, а теперь занимаюсь всякой фигней уборкой. Не, на самом деле я проектами там всякими занимаюсь. Обожаю это все делать, там разрабатывать, договариваться. Но я не могу вам рассказать, о чем там речь идет, по крайней мере, пока. Я так это, то одно поделаю, то второе, то третье чередую, потому что от ребенка завишу. А он сейчас лежит в кроватке. Как видите, я переоделась. Артемий, вы уже видели, тоже переоделся. И кто такой хороший лежит? Кто это? Кто это? Здравствуйте, Артемий Алишерович. Ой, я не могу. Такой веселый. Так, сейчас я что буду делать? Мне сейчас так руки чешутся, пораскрашивать надо. Список дел у меня большой. У Артемия приняли заявку на загранпаспорт, поэтому я сижу довольная. Вот, а еще я делаю маникюр, опять фиолетовый лак. У меня чередуются сейчас два любимых лака, мои фиолетовый и красный. Еще я ответила на часть писем. И что-то я хотела... А, я хотела еще посмотреть, сколько стоят билеты, куда мы собираемся ехать. Немножко поконкретнее посмотреть. Пообсуждать, повыбирать. Потому что надо будет... Пока мы так только прикинули от балды там. Первый попавшийся отель ткнули, посмотрели, что по цене нормально. Еще раз озвучиваю для всех тех, кто не в теме, кто присоединился позже. Мы весной очень хотим поехать в Европу. И мы сможем это сделать благодаря вам, подписчикам, потому что был конкурс на сертификат на путешествие на 30 000. Вот, и благодаря вам я этот конкурс выиграла. Поэтому мы можем себе позволить маленькое путешествие, и это очень-очень
классно. Я очень хочу, чтобы в этом году путешествий было побольше. Потому что это невыносимо столько сидеть на одном месте. Только меня каждый раз волнует вопрос, как же я буду выкладывать влоги, когда я буду путешествовать. Просто в отелях обычно такой отстойный интернет. Это просто ужас. Я, наверное, 100% буду выбирать отель, в том числе по параметру Wi-Fi во всех номерах. Кстати, для тех, кто спрашивал, вот что у нас тут с вопросом сбора на камеру. Опа. Вот сколько собрано. 8312. И вот сколько на вывод будет с учетом комиссии. 7230. Так что это все пока тут лежит и будет лежать. И когда мы это будем снимать, я обязательно засниму это во влоге и покажу вам. Это мы уже написали в магазин, где собираемся покупать камеру. Вот ждем ответа. Как сказал Алишер уже вечер. Алишер везет меня к ученику. И Алишер сейчас будет гулять под снегом по лужам в парке. Я ему не завидую. Вот. И я не смогла надеть свой пуховик, потому что у него что-то случилось с молнией после стирки, а мы сейчас опаздывали, поэтому мне пришлось надеть другую мою куртку. Да, у меня есть еще одна зимняя куртка, просто она короткая. И, естественно, естественно, я в ней сейчас не гуляю с ребенком, потому что она годится для того, чтобы быстро дойти из точки А в точку Б, а не гулять часами по ветрам и морозам. Вот, поэтому такая она. Это черная, и капюшон у меня есть. Такой вот классный. Очень хорошая курточка. Все, едем, и потом надо будет еще в магазин зайти. Ну, прям такая красота, как будто ночью не было урагана, и днем не было луж. Смотрите, вообще за час улица изменилась. Я все закончила, вон Алиша разворачивается. Сейчас поедем в магазин закупаться едой. Я набираю ванну ребенку, и сейчас мы будем постепенно готовиться ко сну, так что мы с вами увидимся завтра. Пока-пока!